связано, сама не могу заработать, а муж зарабатывает, хочу быть независимой. Ну, во-первых, это могут быть старые программы и установки, где женщина не могла зарабатывать, и ее жизнь полностью зависела от мужчин. И здесь важно увидеть, что в наше время женщине деньги даются намного легче, намного гармоничней. Вот, то есть растождествить себя с родовыми кармическими историями и с родовыми кармическими судьбами женщин. Это первое. Второе, что здесь надо сделать, понять, что здесь то, что видно, что ты боишься, если станешь независимой, вообще от мужа уйдешь, это единственный повод, который тебя с ним держит. И здесь надо принять и признать, что ты там партнера либо так выбираешь, либо если ты его не выбираешь, то ты уйдешь в любом случае, а если выбираешь, то ты останешься в любом случае. И не ограничивать свой успех, свой доход тем, что ты боишься потерять семью. Бля, скажи, пожалуйста, с мужем вместе не живем, манипулирует, угрожает, не дает спокойной жизни, просит простить и дать шанс, все понимаю, в чем это, сил нету. А в чем твоя выгода держать фан-клуб из мужа? Ты уже знаешь, или как это, знаешь, собака, что сидит на сене. Или дайте есть, или ешьте сами. Ты уж ему либо конечную точку поставь. К вам партнер возвращается, когда вы финальную точку в своей голове не ставите. Вы же либо примите решение, что его больше у вас не будет, либо примите решение, что он с вами будет. И освободите его и себя от этого, блин, знаете, резать кошке хвост по чуть-чуть. Хероните сразу хвост. Либо уж оставьте этот хвост с собой, понимаете? У меня нет подруг. Почему? Знаете, вот... Я вам так скажу, когда вы начинаете заниматься саморазвитием, людям иногда вас тяжело выдерживать. И у нас действительно бывают истории, что когда мы уходим на такое глубокое саморазвитие, мы становимся немного одинокими. С этим все в порядке, во-первых. Во-вторых, это как, знаете, вот на разных скоростях ехать, я часто примеры привожу, да, у вас едет, не знаю, велосипед, мотоцикл и машина, и вы до этого ехали на велосипеде, потом пришли там ко мне на марафон, пересели на мотоцикл, а знакомы были только с велосипедистами, на мотоцикл пересели, начали ехать быстрее, и да, часто очень этот круг отваливается, потом пришли там на следующий ко мне марафон, вас, блин, на машину пересели, у вас этот круг отваливается, поэтому иногда вот это состояние, когда вы одиноки, оно нормальное. Мучил геморрой, что делать? Геморрой это тяжело отдаю. То есть смотри, энергию берешь, но с кровью отдаешь. Научись отдавать. Научись давать людям, отдавать людям. Да, то есть надо больше отдавать, больше в миссию надо идти. Вот. Левая рука не поднимается. Почему? У нас правая рука дающая, левая берущая. Во-первых, не хочешь брать что-то, либо дофига отдаешь и мало берешь в ответ. Ну и левая рука — это мама, женственность, кайф, наслаждение. Вот то, что сегодня я вам демонстрирую. Вот эту вот штуку. Так, ну что, муж не зарабатывает, я добытчик, в чем проблема? Мамку играешь ты? Тебе так выгодно, потому что тогда его контролируешь, потому что когда он начнет зарабатывать, ты боишься, что он от тебя уйдет. Вот и все, когда мы не даем мужчин, когда мужчин кастрируем, не даем зарабатывать, мы таким образом мамку включаем, его тогда под нашим этим строгим контролем, и тогда у нас уверенность. А когда мужчина начинает много зарабатывать, я начинаю переживать, вот и все. Мамку из себя вытаскивай и пойми, что он не твой сынок, и дай ему возможность развиваться и жить.